Так, для любителей модных вещей, вот на как одеяло похоже, это как бы для йоги, ну, видимо, когда йогой позанимаешься, одеваешь эту вещь, может быть, в ней нужно заниматься как йогой, ну, неудобно, вроде как халат, да, какой-то. А это очень удобно, вот так вот одели, накинули и пошли по делам. То так получается, как будто я это собралась бороться. Я вот в этой куртке-то хожу, у меня все спрашивают, где ты ее купила, где ты ее купила, американцы-то. Раз вот так одели, подпоясались, сумку спортивную, наверное, еще делать шавочкой, да, вот так шавочкой сделать. Вообще вот эти вещи очень удобные, что их раз одел, подпоясался и все, и вперед. Вроде удобно, мягко, тепло. Так, внутри вещь двухсторонняя, точно двухсторонняя. Тут же вы видите, как сделано хорошо. Еще вот так ее можно носить, и карманы полноценные также, видите, сделаны. Посмотрите, какая красота. Правильно, наверное, ее называют скульптура гипсовая. Это вешается на стену. И вот еще вот такие вот ножки. Вообще здорово. Есть две пары вот этих чудесных босоножек, сванцев, литых уг. Одевайте. И летом в них можно ходить. И по камням. И по илу. И купаться в них можно. Вот уги. Такой цвет красивый. Не пожалеете, возьмете.